Моделька Redux Blizzard. Дека исполнена в белом цвете. Достаточно большая дека. Весом килограмм 150 грамм. Рифленая поверхность. Подходит для большого размера обуви. Усиленная рама. Алюминиевая красного цвета. С колесами из полиуретана. Колеса ABEC 7 Chrome. Прекрасно крутится, прекрасно держит дорогу. Подвеска хорошо скрадывает все неровности. Дека легка в управлении, подходит для начинающих райдеров. Сзади у нее находится кик-тейл, вот такой вот. Позволяет легко рулить, подруливать. Даже можно изучать легкие трюки на ней будет. По жесткости. Бушинки 85А, размер подвески 3,25, это в дюймах. Жесткость колес 78А. Отличная недорогая модель, которая подойдет людям, которые хотят научиться кататься на круизере. До 120 кг она с легкостью примет человека. Поэтому подойдет как подростку, так и взрослому человеку.